Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и сегодня мы вместе с вами, ребятки, поиграем в цивилизацию в Майнкрафте, Цивкрафт, на сервере Кристалликс. Ну и, в принципе, я, наверное, как обычно, раз в год где-то я это рассказываю, расскажу, что же это такое за цивилизация в Майнкрафте, что это такое за Цивкрафт, ребятки. В общем, когда вы заспавнитесь на спавне, у вас будет вот такая вот книжка, у вас будет какой-то уже первоначальный лут, еда, книга там, и самое крутое, что сейчас пока что на первом, на втором сервере и доступно сразу же это лагерь. То есть вам не придется его крафтить, хотя, в принципе, крафтится он достаточно быстро. Мы его тоже сейчас поставим вместе с Казмодом. Мы вместе с ним будем играть здесь. Может, я кого-то еще из подписчиков возьму. Но только из активных подписчиков TeamSpeak, которые смогут много играть. И видите, он тем более у меня мой зэк. Казмод, посмотри, не? А, эти, да, весь в такой... вот в такой вот одежде будете ходить в моей цивилизации, ребят, да? Вот как бы... У нас будет называться цивилизация Prison. Да не, скорее всего, я не буду делать свою цивилизацию. Я просто вступлю в чью-нибудь цивилизацию. Не хочу заморачиваться. Вот помните, прошлый сезон Цивкрафта год назад, и у меня была своя цивилизация. Это столько заморочек там с одним городом разобраться, с другим, это все сложно. Но давайте же представим, что же такое цивилизация. Во-первых, есть книжка, которая называется Цивкрафт Инфо. Когда зайдете, если вы ни разу не играли в цивилизацию, обязательно нажмите ПКМ по ней. Здесь будет первое, это Цивкрафт Инфо. И второе, это рецепты крафта. Что-то я скажу в этой серии, но много что здесь есть. Это вот нужно прочитать именно в Цивкрафт Инфо. Здесь и про цивилизацию, что это такое, и про исследования, и про ресурсы, и про города, и все такое. С одной стороны, кажется, что это обычный Майнкрафт, но это не так. Здесь очень много вырезано и очень много добавлено. Что же, давайте поставим наш лагерь. Так и назовем его Prison. Так, давайте мы здесь его поставим, Казмод, ты там пока копай в шахте, да, брат? Я потом тебе помогу без записи, ну или паузу буду туда ставить, так. Поставим здесь, выберем стиль. У нас вроде бы все стили открыты, потому что я админ, но вот, чтобы некоторые стили открыть, вроде в обычных игроков то ли 3, то ли 4 стиля бесплатных, или 2. Вот, остальные там уже открываются по ходу. Вот, Default, Viking, Hunter, Aztec, Arctic, Египт. А я даже не знаю, какой сделать, я хочу какой-нибудь, не знаю... Ацтековский, наверное, он круто смотрится. Ацтековский, я люблю ацтековский стиль. Давай ацтековский построим. Хотя бы еще... О, Эльвин! Нифига себе, эльфийский! Но я никогда не был эльфийского. Хеллкэмп, Медивалкэмп, блин, крутые новые какие-то стили появились. Я чуть не помню, что был Эльвин. Давайте Эльвин построим, я хочу Эльвин. Давайте это, да, эльфийский. Я чуть не помню, что был эльфийский был. Давайте... Так, для того, чтобы построить... Так, ваша группа еще нашла место. Хотите назвать лагерь? Используйте только английские буквы. Я хочу называть Prison, да. Prison. Все, я написал, и... Нифига, как он выглядит! What the fuck, ты смотри, Казмод! Офигеть, я даже не ожидал, что... Надо было в джунглях искать место. Вау, ты посмотри. Охренеть, он тут вырос, да? А, жесть просто. Ты смотри, это реально эльфийский какой-то. Вау, 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 вау. Это жесть, конечно. Он реально круто смотрится. Блин, тут еще какой-то толчок есть, ты смотри. Я не знаю, что это такое здесь. Офигеть. Я реально не видел никогда эльфийского стиля, его вроде раньше не было, это уже от новых разработчиков эльфийский стиль появился. То есть теперь это территория нашего лагеря, мы здесь никого, нас здесь никто не может убить, но его могут атаковать. И также нужно уголь запихивать в печки. Кстати, у тебя есть уголь, Казмод? Надо бы уголь в печки запихать. Притащи сюда уголь, потому что мы должны будем поддерживать здесь уровень угля. Так вот, ребята, это небольшой гайд. Во-первых, всегда в печках поддерживайте уголь. Если здесь не будет угля, то ваш лагерь, он типа разрушится, потому что подухнет огонь. Ну, тут, короче, есть такая вся история, но можете почитать все в книге Цивкрафта. Я буду говорить только основы, потому что у меня уже какой-то, наверное, 4-й или 5-й сезон Цивкрафта, я уже устану говорить все по новой, так что, ребятки, вот. Закидывайте в печки уголь. Закидывай, Казмод, закидывай. Что ты мне даешь? Что можешь закинуть, боже мой, еще? Так, а мы пока посмотрим этот кемп. Эльфийский, вау, эльфийский кемп просто круто смотрится. Офигеть, тут поднимаемся. Дробилка. А, здесь дробилка стоит, нифига себе. Но ее нужно прокачать. Кемп апгрейд. Да, мы, кстати, можем наш кемп апгрейдить. Апгрейд. Единственное, что нужно будет, естественно, с ним попрощаться. В итоге с ним нужно будет прощаться, когда мы пойдем уже в город или в цивилизацию. Так, вот сюда нужно будет складывать вроде бы хлеб. Или нет? А, нужно большой дом. Нужно построить лучший дом, точно. Camp of Great List. Лист. Дробитель 500, большой дом 500, огород 500. А нужно все это построить. Где-то нужно взять дебабки. Сколько у меня денег? 250 монет. Надо просить чуваков. Ребята, дайте денег чуть-чуть. Для видосика. Сейчас, я просил бабла, может, не накидают.
О, 279, 1-1-1. Ну, блин, что по одной ты кидаешь, Лорд Тим? Вот Казмот мне скинул все свои бабки. Казмот, спасибо тебе, да, спасибо. Мул попрошайничество, чуваки. Чуваки, по-братски. Чуть-чуть. О, Леготу, спасибо. Смотрите, сразу же накидали. Кто там еще кинул? Ролен кинул, спасибо. Вот этим чувакам спасибо. Так, 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 давайте посмотрим, сколько у меня сейчас стало денег. Может, хватит что-то ап? Ну, мы, наверное, апнем огород и большой дом. Блин, не хватает немного, еще 250 баксов не хватает. А, вот соточку еще дракона накинул. 291! Shadow Game, как ты кинул, спасибо тебе, чувак. 1000 монет, сокол, все. Теперь у нас точно хватит. Надо написать все СПС, все СПС. Вообще, красавы. Теперь хватает на все. Вот, сохал особенно, спасибо, чувак, 1000 монет кинул. Так, ладно, давайте кэмп апгрейд сделаем. Кэмп апгрейд, лист. Так, нам нужно что? Нам нужен большой, ну, в принципе, все, наверное, апгрейдим. Кэмп апгрейд бай. Огород. Лучше с большой буквы, наверное, написать. Так, огород мы приобрели, теперь нужно большой дом. Большой дом. Вам, чтобы добыть бабки, нужно копать. Вот видите, большой дом, у нас появился сундук. В этот сундук, видите, написано food, food, here, чтобы получать коин. Вам сюда нужно будет засовывать хлеб. Кстати, насчет огорода, почему мы купили огород, вы спросите, да? Дробилку, наверное, не будем покупать. Вот, сейчас я объясню, ребятки, смотрите. В цивилизации нельзя просто взять, купить мотыгу, ну, то есть не купить, сделать мотыгу, раскопать какое-то место и все. Так не получится, ребята, цивилизация так не работает. Здесь огород, ну, то есть выращивать арбузы, там, всякую еду можно только на определенном месте, которое называется огород. И он где-то тут, он где-то, наверное, сверху, я сейчас не могу найти его, где он точно. Сейчас я его найду и займусь им. Вам тоже придется выращивать в огороде, кстати, вот это все нужно бы поломать, ну, кстати... Этот блок не может быть сломан, так как число лагеря признан владелец, который демастер. Видите, даже я сам не могу ломать свои блоки. Ладно, неважно. Поднимаемся наверх. Там где-то был переход, вроде переход, да. Лагерь, конечно, немного неудобен, с одной стороны. О, тут верстак есть. Офигеть, я смотрю, здесь даже верстак есть, дерево, и сундук какой-то секретный. Офигеть, я там нашел какой-то сундук. Это офигенный какой-то, блин, надо будет в следующий раз, если буду начинать еще один сезон, то я буду обязательно делать в другую какую-нибудь кэмп. Вон в том дереве, которое за тебя. Вот за тебя развернись, там дерево, залезь в него. Да, там верстак и сундук лежит, посмотри. Офигенно. Я, кстати, должен тебя пригласить в кэмп, точно. Я же должен тебя пригласить, я же тупанул. Ты же не смог, наверное, даже уголь закинуть из-за того, что я тебя не пригласил, да? А, вот этот дурак, ты, наверное, в чат писал, я не увидел. Кэмп, инвайт, козмод. Непонятно, а как там пригласить-то? Ну-ка, погоди. АДД, АДД, точно, АДД. АДД. Давно, видите, не играл. Казмон пригласил тебя в лагерь, как только примешь, сразу же вступай и сразу же клади в этот. Вот, и только вот здесь, ребята, вы сможете выращивать, ну, в эльфийской деревне здесь, у других у вас появится в другом месте, естественно, огород, и вы сможете только вот на этой небольшой территории выращивать хлеб и так далее. В этом и заключается, как бы, такая сложность игры, то, что здесь все ограничено. Естественно, в шахтах вы можете копаться неограниченно, копаться здесь придется много, естественно, потому что нужно ресурсы добывать. Вон, тут есть какая-то верхняя комната, смотрите, у нее одни сундуками. Блин, я бы даже, наверное, город бы не строил, этот кэмп, он божественный. Если мы будем строить цивилизацию или город, я буду строить обязательно в эльфийском стиле. Что думаешь, Казмот? В эльфийском стиле замутим цивилизацию, будет, мне кажется, очень круто. Вот, эльфийский стиль это вообще топчик. Вот сюда мы должны будем складывать хлеб. И раз в час здесь будут появляться монетки. Когда мы их соберем, определенное количество, я не помню сколько, давайте посчитаем в книге, в принципе, все в Craft Info, да? Вот, монетки, монетки, монетки. Корона короля, вот на Т2 золотые. Драгоценные камни, вот они. А нет, не, погоди, не то, не то, не то. Где там? Рецепт, лагерь, флаг основателя цивилизации. Что нужно? Основатель цивилизации. Вам потребуется немного ресурсов и жетоны лидерства, которые дает лагерь. Вот по рецепту из книги крафта. Вот жетоны, 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 да? Золотые драгоценности. Gold блок. Это нет, это просто gold блок. Ну-ка назад. А, вот они, знак лидера, да, и они собираются из 6, 6, 6 на 4, 24 нам нужно будет этих, то есть 24 часа. Если мы зовем сюда полностью еды дофига, то только через 24 часа мы с Казмодом сможем основать свою цивилизацию. Может быть, мы таки сделаем, может быть, мы сделаем свою цивилизацию, не знаю, Казмод, что думаю? Ну, не знаю, не хочу тянуть целую цивилизацию, потому что это нужно кучу городов, я лучше куда-нибудь вступил, реально, не хочу целую циву основать. Это долго опять, ну, да и, конечно, если вы будете сидеть в TeamSpeak'е, то мы возьмем, наверное, максимум, ну, может быть, 3-4 человека с собой.
То есть вместе с Казмодом, то есть будем, ну, только своих проверенных, либо тех, кто новенький придут в наш TeamSpeak и будет сидеть каждый день, реально. Ну, только скажу сразу же, не факт, даже если вы будете сидеть каждый день, может, вы нам чем-то не понравитесь, или вдруг мы уже наберем людей, вы придете поздно, да, или мы вас поздно заметим. Так что, ребята, сори, если мы вас не возьмем к себе в цивилизацию, можете просто зайти и поиграть с нами. Кстати, мы играем на втором сервере, сейчас, кстати, покажу, слэш-хаб напишу. Вот видите, мы на мини-играх, да, здесь вон есть SkyWars, Hunger Games и Prison, вот, а на Цивкрате мы играем на втором сервере. Потому что второй сервер только открылся, здесь всего три цивилизации основано, это круто. Так, ну что ж, а, мне надо будет сейчас пойти писать команду, которая notification off сделает к античиту, чтобы не сообщения в чат не выдавались, ладно. Или не надо. Окей. Надеюсь, это вы поняли. Можно еще дробилку прокачать, но в принципе я вам не советую. Потому... Сейчас я, короче, пойду, наверное, добывать нам... О, смотри, кстати, нашел железо, у тебя есть железо? Нашел нам железо? Не, не нашел, блин, это плохо. Нужно будет копаться, естественно, ресурсы все добивать точно так же, но теперь еще кое-что я вам расскажу, сразу же знакомьтесь с броней и с оружием, потому что здесь их не так просто скрафтить, здесь нужно прокачивать исследование. Если вы не исследуете броню, то вы не сможете ее просто скрафтить или одеть, здесь вся броня крафтится по-другому, смотрите, вот. Тир 1, да, то есть тут все, ну, как бы видите, здесь кажется, что это обычное дерево, а не, ну, кстати, обычные палки, обычное дерево, все тут так и крафтится. То есть деревянный меч, да. Видимо, так и крафтится. Я просто точно не помню. Каменный меч тоже просто крафтится. Ага, дальше. Это, видимо, тир 1, потом тир 2. Там уже прокачанные более мечи. Стальной меч, видите, и так далее. То есть, есть и обычные крафты какие-то работают, какие-то нет. Поэтому лучше обратитесь к Википедии, либо к хелперам в чате. Будут хелперы на сервере, они уже есть. И вы у них спрашиваете, они вам отвечают. Я сам еще мало что помню. Я уже целый год, наверное, не играл в SafeCraft. И это будет очень сложно. Это будет такой новый экспириенс для меня. Ну, еще и новый экспириенс, естественно. Потому что, видите, какие-то новые плюшки добавили. Поэтому, ребята, ставьте лайк, и серии по Цивкрафту будут выходить не очень часто. Я буду их записывать для души, то есть захочу записать, не захочу. То есть не будет как бы такое вот что-то постоянное, что типа каждый день, там, или раз в неделю. Вот может выходить каждый день Цивкрафт, а может выходить раз в месяц, то есть вот так вот. Я буду на нем играть, естественно, мы будем с этими чуваками сидеть в TeamSpeak играть, но это не значит, что я буду прямо сидеть и типа, знаете, там... целыми днями видосики по Цивкрафту выпускать. То есть мы в основном будем в TeamSpeak с ребятами играть. Если вы заходите, вы можете просто прийти и поиграть с нами. То есть как бы многие люди, которые играют на Prison, они знают, что я вот, например, играю на своих серверах, да, ну, в Prison, то, что я там постоянно сижу, играю и так далее. То есть как бы я не из тех ютуберов, которые говорят, заходи на мой сервер, играй, а сами там не появляются. Я всегда на своем сервере, кстати, сидел много, каждый день захожу, постоянно играю по несколько часов. Потому что мне нравится мой сервер, и надеюсь, он тоже вам понравится. Пока что он, конечно, еще не идеален, не такой, как в былые времена-то, помните, эх, старая кристалл, ностальжи, все дела. Но ничего страшного. О, Казмод железо нашел тем временем. Ладно, ребят, я пока поставлю на паузу, и мы с Казмодом еще покопаемся. Это еще не конец серии. Я хочу, чтобы что-то мы здесь добыли, показали, как это работает. А я пока Казмод добывает ресурсы, я, наверное, пойду добывать семечки. Потому что нужно много семечек, чтобы посадить их в огород. Ну что ж, ребятки, мы, собственно говоря, продолжаем. Как видите, огород я уже весь засадил, он растет очень медленно. Кстати, он растет не так, как в обычном Майнкрафте. У каждой земли есть свои показатели, ну, есть характеристики. Этого подробнее я расскажу вам в следующем видео, когда мы будем делать свой город, я думаю, или свою цивилизацию, посмотрим. Но, ребята, но, скажу вам вот что еще самое интересное, да главное, если вы будете играть на этом сервере, да, ну или на первом сервере цивили, на третьем, если он будет, не знаю, то я вам скажу сразу же, не нападайте на монстров. Не нападайте ни в коем случае на мобов, потому что эти мобы сейчас вас просто разорвут. У них такая еще приписка будет йоба, вот так вот она будет, типа, английскими уоба, вот так вот. Ну, короче, мы их просто йобами называем и все. Вот, так что вы на них, главное, вообще на любых мобов желательно не нападать, у которых есть какая-то приписка, какой-то ник. Скорее всего, они вас просто порвут, и вы сдохнете, окажетесь на спавне, и вам это не понравится. Так что от мобов пока что убегать. Насчет, кстати, оружия, брони и прокачки. Сейчас еще кое-что покажу, смотрите. Тут очень крутая система, если что-то сразу же не сказал, да, когда вы нажимаете на железную броню, да, то есть железногрудник, его можно скрафтить, да. Здесь слева будет такой блок редстоун, и будет написано, какая технология нужна, видите, кузница. И пока вы технологию кузницу не изучите или не построите кузницу, сюда, то вы не сможете крафтить железную броню. Вот как это работает. И точно так же со всеми остальными. Тир 3, вон тут кольчужная броня, это стальная, типа, да? Вам нужно изучить металлургию. В принципе, таблицу всех этих изучений, прокачек и наук есть на с Википедии Цивкрафта, да? То есть, как бы, это вы можете попросить любого хелпера в чате, любого игрока, написать, там, типа, скиньте ссылку на Вики, написать чувакам в чате, они скинут вам ссылку на Вики. Или, может быть, здесь есть ссылка на Вики где-нибудь. Бэк. А вот, ну и вот тут есть какая-то ссылка на Вики, да. Вот, можете, в принципе, взять, открыть эту Вики и почитать. Там будет все написано.
это уже не обычный Майнкрафт, чтобы вы понимали. Это не просто обычный Майнкрафт. Здесь все намного круче и интереснее. С одной стороны, точно так же копать в шахты, добывать ресурсов, убивать мобов и убивать других игроков. Но здесь еще есть война цивилизаций, постройки городов, реально другое развитие. И это реально интересно. Я уже какой год играю в эту цивилизацию, раз в год начинаю, один сезон отыгрываю, а некоторые люди прямо задрят целыми сезонами. Одна игра здесь идет порой до 2-3 месяцев. Но я думаю, наша может закончиться и за один месяц. То есть, если очень быстро играть, очень будут жесткие цивилизации, то можно выиграть и за один месяц. Победить здесь можно несколькими путями. Дипломатический путь, это вроде через чудо света можно. Потом можно выиграть через войну, там, что-то, поработив какой-то процент карты. Это то ли 60, то ли 80, это можете вычитать на сайте. Потом есть, короче, победа научная, если вы все технологии изучите, там что-то прокачаете очень жесткое, что стоит очень дорого и будет прокачиваться миллион лет. Но, естественно, когда вы начнете делать что-то такое, что будет вести вас к победе, все остальные цивилизации будут пытаться вас уничтожить, потому что они не хотят, чтобы вы выиграли. Поэтому очень тяжело на добро победить здесь бывает, стать самой сильной цивилизацией. Потому что самая последняя вещь, которая будет делаться, то же самое чудо света или технологии или что-то еще, она будет делаться 2-3 недели. И вам все это время нужно будет отбивать атаки других цивилизаций. А война здесь идет примерно раз в неделю, да, здесь война идет, да-да-да, или два раза в неделю здесь война идет. Короче, сложная эта штука цивилизации, за одно видео всего не расскажешь. Можете посмотреть мои предыдущие видео по цивилизации, там тоже есть много чего интересного, но возможно из-за того, что там другая версия Цивкрафта, там другая версия цивилизации, там может все отличаться. Вот один раз в выходные идет война, но мы скоро сделаем, кстати, одну цивилизацию, которая будет идти война каждый день, и одна игра будет заканчиваться за неделю. Ну, для любителей быстрой цивилизации такая будет цивка одна, очень прикольная. Ну, для тех, кто не хочет играть целый месяц, ну, вообще, там, месяц, два, три, она ради одной игры. Знаете, как в Skywars игра идет, там, буквально 5-10 минут, да? А здесь игра идет 1-2-3 месяца, это нормально, да, это нормально, пару месяцев играть в Civcraft, это интересно. Ну, естественно, победители, которые выиграют, получат разные плюшечки в виде каких-нибудь денег на личный счет, там, и так далее, это нормально. Может, привилегии апнем или чем-то типа того. На старых системах просто апали привилегии. Но здесь, наверное, будет что-то другое, что-то иначе подумаем. Я, кстати, здесь, посмотрите, немного потолок делаю выше. Чтобы нам было здесь удобнее ходить. Тут что-то нет, не сделал этого дерьма. А зачем ты делаешь 0 из 3 блоков? Кажется, это немного глупо. Делать из 3 блоков. Вот так вот, ребята, в принципе, это вся инфа, которую я сказал. Дальше мы сейчас будем просто копать, добывать ресурсы, искать себе еще каких-нибудь людей. Вот, и в принципе, ну, больше пока нечего вам показывать, ну, типа, нет смысла показывать вам дальше. Вот, кстати, то, что вы сейчас видели, лагерь за секунду построился, вот эти вот апгрейды за секунду сделались, это чисто такая фишка с лагерем. В городах и в цивилизации все будет строиться в зависимости от того, какой уровень у вас молоточков. Технологии будут прокачиваться от того, какой уровень у вас пробирок. Но это очень сложно объяснить за раз. Вот, если вы не играли в Циву, ну, я думаю, мои-то подписчики многие играли в Циву, поэтому... им писать не придется, ну а если вы хотите попробовать, начать, я не уверен, что вы выиграете в первый раз, может даже во второй раз не выиграете. Если вы беспокоитесь, не хотите свою циву основывать, можете присоединиться к другой циве, тоже как вариант. У меня, кстати, сломалась кирка. Что-то меня так смотришь своими красными железами, да, спасибо, спасибо. Вот, у меня сделал к нам проход, сейчас, погоди, булыгу у меня скинь. И дай дерево, на верстак. Все, отлично. Так что, ребятки, не знаю, в первый раз, наверное, вы не выиграете, это очень тяжело. Либо, если присоединитесь к какой-нибудь топовой циви, которая вас возьмет, может быть, тогда и выиграете. Вот, но это будет тоже сложно, сразу же говорю. Вот, окей, сейчас сделаю ступеньки. Ступенечки. Здесь булыги, нам пока булыга не сильно нужна. Конечно, можно было бы сделать дробилку, и в дробилку закидывать булыжник, да? Может, мы даже так и сделаем с тобой, Космос, чтобы получать какие-то ресурсы, но там мало какие ресурсы можно выформить вначале. Так вот, как же получить деньги, вот эти вот деньги в первое время? Первый способ — это убивать мобов. Убивать мобов, даже можно обычных куриц, убивать коров, которые вам ничего сделать не могут, да? И получать с них монетки. При убийстве вы получаете там от 1 вроде бы до 10 или до 20 монет, точно не помню. Ну, короче, вы получаете, будете получать какой-то профит в любом случае. Второй же способ, ребята, это выкапывать полезные ресурсы, типа железо, золото, эмеральдов и алмазов, и продавать их в банк. Банки можно будет потом прокачивать в своих цивилизациях, но единственный банк, который сейчас существует, он вроде бы на спавне. Я точно не знаю, есть ли сейчас банк на спавне, я могу вас обмануть, потому что я на спавне почти не бегал. Но, наверное, сейчас ради вас в конце серии портнусь на спавн, сейчас пишу, ну, хотя это будет немного нечестно, потому что игроки не могут. Но ради серии, думаю, вы меня один раз простите, потому что здесь нет команд спавн, хом. Это очень хардкорная игра, ребят, здесь нет таких команд. Насколько мне память не изменяет. Ну, как раз попробую слэш спавн написать, у тебя получится? Если я не ошибаюсь. Вроде тебе не должно получиться, потому что командов нет, да, видишь? Не получилось, или получилось? Получилось, что ли? Робит? А, значит, слышишь, спаун робит, нифига себе, так это изи цива.
Раньше, помню, не было слэш-спавна, но если робит, то сейчас тоже на спавн, и мы с Казмодом там закончим, обращаемся с вами. Давай на спавн тогда, Казмод. Да, смотри, где тут Казмод на спавне? Не вижу тебя, не вижу. Ну ладно, жди там меня, жди там тогда, Казмод, жди там. Потом скажешь не координаты, то я забыл. Ладно, окей, видите, здесь еще какая-то информация есть, да, где вы можете прочитать всякую инфу. Для начала здесь нет обычных мобов, видите, здесь этот сервер отличается от других, здесь намного сильнее мобы, чем в обычном мире, да. В обычной броне вас просто убьют. Изначально можно скрафтить без технологии того кожаного, тогда я посмотрю, что здесь есть на... Да, кажется, есть банк, да, есть банк, ведь, ну, банк должен быть, потому что, видите, банк первого уровня. И можно продавать одно железо за 8 коинов, причем ты еще будешь отдавать налоги, да, одно золото за 80, один алмаз за 160, а один изумруд за 200. Вот такие цены здесь есть. В принципе, неплохо, ребятки. Я думаю, что это неплохо. Вот, можете продавать и тоже таким же образом прокачивать свой кэмп, потом цивилизацию. Пользуясь этим банком. Естественно, потом, когда у вас появится своя цивилизация или город, вы сможете построить и свой банк. Но лучше на одну цивилизацию иметь банк где-нибудь только в центральном городе и все. Ну, это просто практика такая показывает. Также здесь небольшой рынок, вы можете здесь покупать курицу, можете покупать там морковку, смотрите, другую еду. Можете как зайти, у вас будет 250 монет, как у меня, и вы сможете сразу же закупить все еды побольше. Как, и, в принципе, гулять какой-нибудь. Мне еду накидали, пока я в кастел. Опа, Лина, девочка, привет. Вот так вот, ребят, вот такой вот, кстати, вот это вот ацтековская, вроде бы... Стиль, да, этот стековский стиль, прикольно смотрится, я вот такой хотел построить, потом подумал, что ну нафиг. Вот, в принципе, на этом все, дорогие друзья, с вами был Демастер, спасибо, что смотрели это видео. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы тут впервые, но если вы хотите поиграть в Сивкрафт, ссылочка на мой сервер, кристаллик в описании. Сейчас, кстати, онлайн такой, для того, для буднего дня неплохой, 1000 человек где-то играет, или 1100 даже, давайте посмотрим, да, 1053. Вот, ну, средний онлайн сейчас на кристаллике где-то 1400, при том, что серваку даже нет месяца. Меньше, чем за месяц онлайн, больше 1000 человек. Это очень круто. И за это я хочу сказать спасибо вам, ребятки. Спасибо, что вы в нас верите и вы играете у нас. Мы скоро сделаем сервер еще лучше. Пока что, конечно, он еще не доработан, не доделан. Много есть косяков. Но мы обязательно сделаем его вместе с вами намного круче. Таким, как он был раньше. Ну, не таким. Мы сделаем его еще круче, чем он был раньше. Вот так вот. Ну ладно, все, с вами был Демастер, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока, так что еще был Казмод, вы, правда, уже его сообщение не видите, потому что я на хабе, он на циве, вот, ну это все, всем пока-пока.